Прилетели. Мама кошка говорит, птичка, высадка окончена. Вас понял. Следуйте в точку один. Какие-то контейнеры. Так, нам дают пистолет-пулемет, да? Да-да-да. Так, хорошо, что, ребят? Ты идешь первым, попробуй открыть ворота. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь, тут нужен специалист. Да. Так, ну нам, видимо, сюда. Быстрее, у нас мало времени. Да, заткнись ты уже. Так, нам, видимо, сюда. И, кажись, никого. Это хорошо. Когда никого, это хорошо. Так, что это такое лежит? Стимулятор. А, да, увеличение скорости рефлексов. Так, а чё, как мне подняться? Неужели не сюда? Похоже, не сюда. А, да-да-да. Вон нам вверх по лестнице. Да, кругом контейнеры. Это какой-то порт. И мы продвигаемся к сторожке, открывающей ворота. Так, кругом ящики. Интересное ведро. Поломойка. Тут забаррикадировано. Интересно, кто и от кого баррикадировался. Так, тут у нас мертвый охранник. Или это рабочий. Не так важно. Так, что у нас тут? Так. Какой дебильный журнал. Ну ладно, давайте откроем. Конечно, давайте не пачкаться кровью. Отлично, возвращайся. Хорошо, идем назад. Так. Так-то у наших ребят проблемы, похоже. Да, и похоже большие. Обалдеть. Хорошо, что я не пошел с ними. Охренеть. Информации нет. Обе группы не выходят на связь. Признаки жизни бойцов эфира не регистрируются. Угу. Найти отряд Минковски. Обалдеть. Ну просто обалдеть. Ой, извините. Что-то я разыкался. Так, что у нас здесь? Нам нужно найти своего напарника. И там я слышу перестрелку, или мне кажется. Братюнь, и все. Так, эта кнопка у нас замедление. Будем иметь в виду. Там, похоже, за стеной супостаты, и нам нужно начинать воевать. Так, все, кажется. Или еще кто есть? Да,
Но это получилось довольно неплохо. Блин, да какого хера тут столько крови? С кого натекло? Кого можно так швырнуть? Обалдеть, я не хочу этого знать. Так. Что у нас здесь? Ага. Тут у нас получение своих товаров. Ребят, какого хера? Блин, все в кровище. Так, чтобы использовать аптечку, нажмите Е. Но мне пока не надо. Ладно, будем иметь в виду. Никого? Ну ладно, идем вверх по лестнице. Тишина. И никого. Так, что у нас здесь? В этой комнате у нас какой-то офис, похоже. Еще одна аптечка. Может, надо поднять уровень сложности, я не знаю. Пока что все очень легко. Еще аптечки дают. Ну, конечно, это, возможно, просто обучающая первая была схватка. И дальше будет хуже. Но если будет так продолжаться, то сложность увеличим. Тут это можно. Так, как тут все забываю. На нестандартной кнопке у меня стоит рукопашный бой, на Tab. Кнопок, честно говоря, на управление не хватает почему-то. Так, прыгай. Хорошо, еще одно сохранение. Внимание всем! Эхо мой не отвечает. Эхо 7 командиру, сходите разобраться. Отставить, высылаю поисковый отряд. Так, ты здесь один? Он еще ходит. Ой, ой, не та кнопка. Ну да ладно, нормально. Нормально. Еще есть пациенты. Да, к управлению надо привыкать на этапе, когда кнопка. Я капслоп вместо нее нажал. Так, когда на этапе кнопка, это довольно непривычно. Еще почему-то у меня бег не работает. Надо опять настраивать. С управлением тут сущий геморрой. Так, давайте посмотрим. Так, команда управления, перемещение, ходьба, так, бег, shift, ну почему же ты не бегаешь? Это проблема русской версии, у нас локализаторы, как обычно. Локализаторы такие, локализаторы, вечно что-нибудь испортят. Так, еще есть желающие? А это что за дверь? Ага, понял. Так, что-то еще есть. Еще есть аптечка. Ой, 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 ой. Да, используем читерский прием замедления времени, который еще и Это что было? Хорошо. Иди сюда. Да, этого мне давно не хватало. Стрельба, фир, это, по-моему, просто лучшее. Ой, 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 так, не надо, не стреляй мне. Лучшее, что было в шутерах тех времен, и, в принципе, даже сейчас немногие могут соревноваться с этой игрой именно по зрелищности и по тактичности перестрелок. Да куда ты ушел? Блин, мне бы гранату, конечно. Так, сейчас мы его обойдем.
Куда ты? А, вот ты. Спрятался. Ну ладно, что-то они какие-то прям легкие. Давайте мы увеличим еще сложность. Так, параметры игры. Так, субтитры. Я не знаю, стоит ли включать субтитры, конечно. Многие жалуются, если субтитры отключены, но если я включу, то вы все равно их не увидите, просто потому что в этой игре, к сожалению, шрифт банально очень-очень мелкий. Ну давайте включим, хуже, я думаю, не будет. Так, и... Так, уровень сложности ветеран. Ветеран, я думаю, будет более интересным в плане сложности. Так, и хорошо, что у нас дальше? Очередной склад. Ну, собственно, странно было, если бы здесь не были склады, потому что территория такая складская. Так, вроде бы тихо. Соблюдай технику безопасности. Примерно в этом смысле там написано. Конечно, недословно. Ух ты. Тихо. Что там было? О, что я вижу? Только тихо. Блин, ну давай, ну... Ну давай. Ну давай. Блин, а. Как мне взять? Я хочу такие штуки, они уникальные. Их. Чем больше возьмешь, тем лучше. Ага. Усилитель. Это хорошо. Теперь у нас 110 здоровья. Это просто круто, ребят. Так, а что? Идем дальше. Ну вот и видите, да, какого размера шрифты. Слепошарые. Еще есть? Так, ну вроде все затихло, да? А нет, вон. Ой-ой-ой, какой ты, блин, акробат. Блин, перестрелки просто шикарные. Словами это не передать. Какой кайф получаешь от этого замедления времени. По-моему, так круто замедление сделано... Ой, ты где? Круто так замедление времени сделано только еще в Max Payne первом-втором. А в остальных как-то просто для галочки. Так, так, так. Так, давай, давай. Где? Где противник? Ладно, пока там ищешь противника, я, пожалуй, скажу, как правильно поднимать. Правильно вот так, неправильно вот так. Но это дебилу понятно, потому что снизу все вывалится. Ой, я не знаю, тупые американцы, а. Такие вещи на стенах пишут. Видимо, действительно тот не понимает. Так, где там враг? Давай, лезай. Давай. 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 Ой, вон он бегает. Так, вы только оттуда можете прибежать ко мне. Держите эту комнату чистой. Август. Август месяц. А мы как раз в августе проходим ее. Прям как в тему, а? Так, ну что? А? Ну, ребят, ну, давай. Ну, я чё, один должен к вам лезть? У вас полно, а я... Ой, скотина засадил меня, а? О, чё сдетонировало? Нихера. И меня ещё... Ох, блин, да какие скотины, а? Меня еще и неплохо чпокнуло. Давайте подлечимся. Раз такие танцы пошли. Да, на ветеране они, по крайней мере, научились нормально воевать.
Так, блин, почему у меня бег? Или у меня постоянный бег стоит, я не знаю. Но почему-то я не могу бегать. То есть, если я хотел пробежать оттуда сюда, через простреливаемое пространство. Но он тупо ходит. Не знаю. Ладно, разберусь потом. Так, идем. Оружие запрещено. Это что за херня, что тут делать? Вообще, вот, мне нравятся обе первые части эфира, но при этом вторая часть мне нравится гораздо меньше, потому что это совершенно разные подходы. Первая серия гораздо менее страшная. Ну, конечно, она страшная до усрачки, но вторая в этом плане, я считаю, раза в 3-4 круче. Но при этом, собственно, перестрелки и вообще боевая система там гораздо-гораздо хуже. И при этом враги стали тупенькие еще. Поэтому игра уже совсем про другую. В принципе, кому-то может нравиться... Кто там еще слышал? Кому-то может нравиться тот подход. Мне они нравятся оба, я обе игры люблю, в отличие от третьей. Ты что, живой еще, что ли? Так, еще есть желающий? Так, ну что? Ну? Кого? Ух ты, а это что такое там? Вот это нам штука нужна, я думаю, так. Тут нельзя как в Half-Life в прыжке присесть. Блин, это печально. Видимо, надо обойти. Так, с кем ты разговаривал? Тут, видимо, еще один есть. Компьютер с пузатым монитором. А тут, видимо, какой-то клерк работал в этом гадюшнике. Довольно хреновое место для работы, я бы сказал. Врагу не пожелаешь. Так, что, давайте вернемся там. Я видел что-то непонятно. Ну, первым делом, конечно, автомат. О, штурмовая винтовка. Ну-ка. Да. Это круто. Так, еще пистолет. Еще аптечка. Ну, прям... Прям, ну, вообще. Какие-то бланки. Блин, у меня все с амнезией. Привычка обшаривать все ящики в столе. К сожалению, не дают этого сделать. Но, тем не менее, привычка полезная. Брать что-нибудь в порядке? Видимо, нет. Вот, ладно. Ага. Тут мы снизу проходили. Ой, ой, не падай. Не надо. Так, ну что? Так, куда-то мы пробираемся. Что-то мы делаем. На автоответчике есть сообщение. О, гранат. Мне это волнует гораздо больше. Уже третий. Этот парень звонил, видимо, проведать своего друга, вот этого, чтобы узнать, что за шумиха у них тут в порту. А, бедолага, бедолага. Ну да ладно. Или один из этих, их просто перевалили в хлам. На патроны не скупились, как я смотрю. Что это такое? Видимо, мне по ней перебраться. Ой, ой, ой. Блин, автомат, конечно, мое почтение. Что надо? Так. Хорошо. Так, еще что у вас есть?
пистолет-пулеметы. Ну ладно, это неплохо. Как-то странно лежишь. Как-то странно. Так, ну и что, где Янковский? Надо выбираться отсюда. Там мигает свет, туда я не хочу. Я не люблю такие стрёмные места. Здесь, конечно, труп и куча крови. Я не знаю, что хуже, мигающий свет или труп и куча крови. Давайте пойдем к трупу. А, это, видимо, соединяющийся коридор. Так, запомните, качество... А, количество, качество, безопасность в этом порядке. Может, качество сначала? Вот гады. Словарь. Кому нужен словарь на складу? Или на складе? Ладно, нам татарам скидка. Так,